Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказом трека на любимых исполнителей. Друзья, слушаем трек. Слушай, спасибо тебе большое. Так ты поднял настроение. Вот даже вот эти немножко, вот чуть-чуть я послушала, и мне так хорошо стало, да. Спасибо. Ну, голос шикарный, да. Манера исполнения такая классная. Легкость такая, да. Вроде Новый год прошел недавно, да. А настроение подняло. А мы осуждаем запрещенные вещества. Да, мы осуждаем запрещенные вещества и все, что с ним связано. А музыка какая классная. Прям день-доночки. День-доночки, да, ребят? Ну, молодец. Мурашки даже побежали. Спасибо за такую музыку, да, и исполнение. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так красиво исполняет, да, голос? Ребятки, мы осуждаем запрещенные вещества и все, что с этим связано, ребят, осуждаем. А голос классный, ребятки, манера исполнения классная. Второй голос. Снегурка пришла. Снегурочка раздвигает ноги, когда увидит. Классный голос второй, да? Шикарно, молодцы, ребятки. Видит меня. Я снова на студии в новом, пишу треки прям до утра. На ее шопе дорожки зовет меня кончик. На быстром флоу лечу и точка. Новая тачка, новая тёлка на шее зеленяет. Третий голос. Очень красивый поэт, молодец. Что скажу? Вы знаете, ребят, исполнители шикарные, ребятки, три голоса. Как они классно исполняют, да, скажи. Читают превосходно, бесподобно читают, ребятки. Мастера высшие, мастера. Молодцы, ребятки, музыка классная, красивая. Трек поднимает настроение. Ребят, про текст я не буду говорить ничего, ребятки. Это молодежный текст, ребятки. Но, ребята, шикарные исполнители. Вы знаете, настроение хорошее поднимают. Ребятки, продолжайте. У вас классно получается. Вы реально, вы талантливы, ребятки. Так классно читаете, так классно поете, ребят. Голоса мне очень понравились. Мне настроение подняли, ребятки. Молодцы, музыку такую классную сделали. Талантливые, ребят, ничто не скажу. Танцевала я под эту музыку. Классно было, ребятки. Молодцы, очень талантливые. Ребят, не останавливайтесь на достигнутом. Пишите. У вас все классно получается, ребят. Молодцы. Очень понравилось, ребятки. Пока, друзья.